сам Сергей Грачев, я сегодня выбрался на рыбалку на лодке. Открытие сезона. Вот так вот. Приплыл я вот на такой вот свой местяк. Вот видите, что в округе меня окружает тут. Так что ловлю я на вот такие вот две бортовых удочки. Одна вот такая маленькая совсем, с кивочком таким вот, видите. А вторая, ну типа как спиннинг использую. Закидушку. Крокодильчик. Так что ловлю на опарыша, на червя и на с кашкой добавляю. Пуфики решил не закидывать, так что ловил уже одну карасичку. Плавает он. Сейчас буду по возможности снимать вам поклевки, если будут происходить. О, вот этот уже раз не уйдет от меня. Гадость такая. Ух, тарань. Какая хорошая. О! Как вам такая таранушечка, плотвичка? О! Огонь! Еще и квакает. Подписывайтесь на канал Грачева. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. И пишите в комментариях, как вам такая тарань. На ту что-то закинул, пока ничего. Кстати, хотел отметить, что каша у меня это прикормка G-Stream чеснок. Итак, как все происходит. Вот беру я опарыши. У меня такая идет система. Два крючочка и грузик. На верхний крючок я сейчас сюда дену опарыш, а на нижний дену червя красного. Так, что-то спиннинг что-то мой молчит. Таранушка все там гуляет. Погодка отличная, не жарко, самое главное, тучками солнце затянуло сейчас. Сейчас вам продемонстрирую, как это все будет. Вот, теперь уже все в сборе получается у нас. Опарыш, кашка и червь. Вот так и опускаем на дно. Оно падает, глубина у меня, наверное, где-то метра 5-4 здесь. Все, вот, теперь будем ждать поклевки. Думаю, поклевка не заставит себя ждать. О, видели? Смотри, трань. Все есть. Сейчас он против. Блин, спалы. Ёпры, СТ. Блин, хотел вам показать. Они есть. Да, погодите. Сейчас я вам продемонстрирую. Так, ну камерка, посмотри на меня. Ох ты, блин, какая тарань. Ёпры, СТ. Это очень хорошая плотвичка. Смотрите, какая она. Она очень игристая. Вот кашка себе дала знать. Теперь у меня вся водка в каше. Ёпрысы-то. Ну, зато такая вот плотвичка. Как бы с ладошку, вы видите сами. Садок ее опускаю. Итак, как вы видите, я уже перебрался с одного места на другое, что там усилился ветер, пошла большая волна, клёва не было. Переехал я вот в такое укромное местечко под камыш. Если я вот так нахожу, чтобы вы понимали, находился аж вон там он и приплыл аж сюда. Пока здесь я только одну тарань слил маленькую. Прикрышил, ждем. Может, что вот это идет карасик. Вы видите. Так, ребята, первый выход на лодке в этом сезоне у меня подходит к концу. Улов у меня составил. Ну вот, тарань, это что, я не знаю, может быть, десяточек. Как бы ветер просто сильный сейчас там, в том месте, где я на самом первом где стоял. Там получается очень сильный ветер. А перешел снова под камыш, где-то там клево нет, что я там с рыбком поранился. Да, я думаю, на этом. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч.